Pierre Gamarra. Le poète Les écureuils. Белки, squirrels, les écureuils. Chez les écureuils, у белок. She – это человеческий предлог. She – moi, she – toi, у меня, у тебя. Либо у, либо к. То есть это замена предлога а, но именно для людей используется. Поэтому автор очеловечивает этих белок, олицетворяет. Ну, правильно, это стихотворение для детей и белочки – персонажи. Д. Д. Необычное Д, потому что есть аксент грав. Это не то Д, которое мы знали. Мы знали Д без вот этого знака. Все равно «д» читается. Это здесь не для произношения, а чтобы отличить вот это «д» от этого. Это либо неопределенный артикль, либо это слился предлог «д» плюс артикль «ле». А «аксан», так же, как и «над» предлогом «а», тоже делает предлог. «Dès le matin» – это с утра. Временной предлог, который обозначает начало действия. С какого момента? Как since в английском. Но здесь у нас еще que, потому что мы делаем союз. Он будет привязывать придаточную часть предложения. Посмотрим сначала на эту часть предложения. On ouvre. On ouvre un œil. Вот это сочетание, когда слиплись две буквы О и Э, это тоже Э читается. Un œil – это глаз, потому что глаза – это другое слово. Un œil, но les yeux. Но здесь нам нужен глаз «un œil», чтобы рифма была «écureuil un œil». И следующее слово тоже читается со звуком «э», хотя не должно, а читается «кёй». Сейчас мы его разберем. И это глагол. Понятно, что это форма глагола, потому что после «on» подлежащего местоимения. Cueillir – глагол. Не второй группы, потому что в форме cueil мы видим окончание «э», у второй-то «ии». Но и не первой группы, потому что хоть и окончание «э», инфинитив-то на «ир». Это неправильный глагол. И вообще-то, чтобы «эй», у нас только один вариант – сделать сочетание – и потом уже для звука «и». Так, или делаем две «л», дубль «л», потому что слово дальше продолжается. Уж окончание-то есть у глагола. Потому что мы не можем одну букву «э» только взять. «Э» получается в закрытом слоге. «И» – согласный звук, который закрывает. Это «эй». Для «эй» только так. Но если мы вот к этому поставим букву «с», то тогда она тут должна «с» читаться, а глагол звучит «кёй». Поэтому что придумали? Взяли и поменяли местами просто буквы. Собирать глагол, ну, можно и как сорвать, если это про плоды. А здесь про плод. «Une noisette». Уменьшительно-ласкательный суффикс «эт». Значит, какое-то есть еще слово без этого суффикса. «Un noix» – это орех, «nut» по-английски. «Un noix» – орех. Но когда мы делаем «орешек» с суффиксом «эт», то мы «x»
на «с» заменяем, а не взаимозаменяемые буквы. У «нувого» неизвестно кто. Тоже про людей вот это «о», но мы уже поняли, что белочки – персонажи, поэтому они как люди. Говорим «открывают» безличным предложением. «Глаз», «срывают орешек». Как только открывают глаз, срывают орешек. Или с того момента, как открывают глаз, срывают орешек. Можно и так, и так. И сразу и. Пюи. Пюи. Потом. Сюр. На. Ин. Фотое. Кресло. Потом на кресле. Обычно говорят «dans le fauteuil», но это авторское, автор так решил, «sur, sur un fauteuil». Вот здесь, чтобы «un» не стало гласным, а «un», рот не открывать широко, «un», «un», никак не открываю, «sur un, sur un fauteuil», «de feuille», «feuille». Это слово «лист» на кресле из листьев, лиственном как бы. То есть здесь существительное без артикля, оно функцию прилагательного выполняет. Но у нас лучше сказать на кресле из листьев. On fait la dinette. Le dîner – ужин. Ну, можно сказать немножко ужинает, да, чтобы что-то маленькое было. Les écureuils. Chez les écureuils, dès qu'on ouvre un œil, on cueille une noisette. Puis, sur un fauteuil de feuilles, on fait la dinette. И перевод Михаила Яснова. Уж очень мне нравится, как сделан его перевод. Белки не могут без спешки, белки ищут орешки. С дерева слезли, не сбегать в лес ли? А если залезли к себе назад, на ветке, как в кресле уже сидят. Что лучше орешка? Съешь-ка. А еще надо поблагодарить художника. Merci pour le peintre. Merci pour les peintres. Il y en a quatre. Прочитаю их фамилии, пусть они тоже прозвучат. Иллюстрации художников. Н. Кудрявцевой. А. Шелманова. О. Ореховой. Т. Орешковой.